Свежевыкопанный хрен тщательно промываем от земли. Обрезаем мелкие корешки, чистим овощечисткой. Затем разрезаем на средние кусочки для того, чтобы их было удобно прокрутить в мясорубке. Также нам понадобится немного свеклы и чеснока. Чтобы избавиться от слез, можно надеть очки для плавания. Вместе с хреном прокручиваем свеклу и чеснок. Заливаем томатным соком. Добавляем сахар, соль и уксус. Тщательно перемешиваем. И раскладываем по банкам. Храним в холодильнике. Приятного аппетита!